солнечные сентябрьские дни слово «дружба», многократно повторенное на русском и польском языках, звучало на Калининградской земле. Седьмой раз государственная граница стала свидетелем дружеской встречи молодежи Калининградской области и Ольштинского воеводства Польской Народной Республики. О дружбе молодежи двух социалистических стран говорили на митинге первый секретарь Калининградского обкома ВЛКСМ Михаил Клинко и руководитель польской делегации Михал Жук. Участники встречи обратились к молодежи всех стран с призывом еще активнее бороться за мир и социальный прогресс.